Всем огромный привет! Наступило лето, наступил июнь, и пора показывать косметичку июня. В этот раз я обратила внимание уже на то, что косметика у меня повторяется, ее не настолько много, чтобы показывать каждый месяц. Получается, как бы я использую все, но в любом случае повторяются продукты, и нет у меня такого объема большого, чтобы каждый раз что-то новенькое. Ну, показать покажу, но думаю, что в следующий раз я уже буду, может быть, раз в два месяца показывать, потому что, ну, не очень интересно, когда одно и то же. Но попробовала я немножечко разнообразить, не знаю, получилось у меня или нет, ну, посмотрим. В этот раз я взяла, ну, вообще я хочу показать на заднем плане, многие заметили, у меня стоят парфюмы. Это парфюмы, все, что я буду использовать этим летом. Я парфюмы не собираю на конкретный месяц, у меня скорее не сезонно. Если интересно, парфюмы сниму отдельно, потому что каждый описывать не буду. Просто сделала сейчас как декорацию, как задний фон, чтобы было как-то приятно смотреть. Ну и давайте теперь со снов начну. Первая новинка. Я приготовила от Inyou заряд энергии, крем для лица совершенства, мгновенное выравнивание. Меня многие спрашивали, девочки, я его недавно купила, что это такое, это перфектор написано, и он хороший как основа под макияж. Я им уже пользуюсь, не знаю, будет сейчас видно или нет. У него очень приятный аромат, но я не знаю, аромат по сути он не нужен, потому что на этот крем сразу наносится разная тональная основа. Вот так он выглядит, густой. Не знаю, будет вам сейчас что-то видно или нет, но он очень хорошо закрывает поры, становится прямо кожа гладкая, шелковая. Прям не видно каких-то там ямок, рытвинок, если есть какие-то неровности на лице. В общем, вот это хорошо, он подготавливает под тональную основу кожу. Получается так. И он хорош. Ну, пахнет, да. Пахнет очень вкусно. Так, парфюмом пахнет от него. Как силиконовая основа, вот по-другому не скажешь. Но взяла я еще вот от Faberlic основу под макияж. Она подходит и под глаза, и на все лицо. У меня ее осталось просто немножко, и надо ее добить. Если кому интересно, вот такой артикул у нее 62-17. Она тоже хорошо разносится. Она уже идет, вот видно, прозрачная. И на ней макияж тоже держится хорошо, никуда не скатывается, никуда не забивается. Хороший, вот мне вот эта Face Control очень нравится. Ее реально немножко, думаю, надо, буду комбинировать то эту, то эту. В нее есть новинка BB крем. Я покупала пробник вот в последнем каталоге. Забыла я этот пробник взять сюда показать. Он тоже неплохой, BB. У него SPF, по-моему, 20 или 25. Он хорошо делает ровный тон лица, но какие-то недостатки не скрывает. Я вот про него немножко скажу, потому что многие-многие спросили про него. Далее, давайте тональные основы. В этот раз взяла H4. Вот этот антивозрастной секрет молодости, омолаживающий эффект, тональный крем, сыворотка. Я его взяла, в нем 30 мл, чтобы просто использовать, потому что вот такой цвет, артикул, так, где артикул, 61,99, ну я, если не видно, не буду, я думаю, вы мне цифры поверите. В нем нет SPF-а, поэтому я его не один взяла. Когда не солнечная погода, то можно им пользоваться. Чтобы зазря крем не лежал, я его взяла. Хорошо он тонирует. Тоже сильные недостатки не перекроет, но достаточно легко ложится. Нету тяжести от него, его не чувствуешь на лице. Хороший тональник и подстраивается хорошо. Вот этот матирующий тональный крем, это, по-моему, новинка Вейвен. 30 мл, оттенок нюд. 24 месяца можно, 2 года будем им пользоваться. Давайте я вот с этой стороны его покажу. Тоже взяла, так, другой стороной,
чтобы уже пробовать, тестировать. Вот они у меня будут этим месяцем. Вот он ложится уже плотнее, чем первый, более плотненько. Я думаю, он будет больше перекрывать, чем первый. Но так как он матирует, значит, он на лето тоже хорошо подходит. Но SPF не написан. Видно, у этого немножечко как бы сияет, а тут прямо так матово. Не знаю, вам видно или нет, а мне видно. Следующий взяла еще один тональный, так, что-то написано, увлажняющий уже тональный крем SPF 20. Это уже на солнечную погоду. Получается 4 недели, да? Каждому по неделе. Да, у меня еще рука есть. Вторая. Вот он очень туго так выдавливается. А нет, просто у меня тут немножко у основания застрял. Мне этот еще Жануля дарила. Надо пользоваться. А, цвет. А цвет я вам не скажу, потому что, во-первых, цвет был на упаковке. Тут ни артикула, ни тона не скажу. Да, тут было на бумажке, я оторвала. Но я не знаю, мне кажется, Фаберлик его так быстро сняли. Все цвета, которые были вот в этой серии, они все носибельные и очень хорошо подстраиваются под тон кожи. У меня было несколько оттенков, и все подходили. Он тоже ложится достаточно плотненько. И я думаю, он будет перекрывать, ну, не 100%, но какие-то мелкие недостатки будет перекрывать. Неплохо вот, что эти два тональных, что этот, видно, легли хорошо. Ну и последний с SPF 20 от Avon CC крем уже. Его можно... Нюд тоже, нюд мне этот оттенок подходит. Его я достала тоже уже, чтобы он немножко заканчивался, добивать. Ой, течет он у меня, что-то тут. Он светленький достаточно. Почему-то он у меня подтекает тут. Плохо завинченный, может, был. Вот, видите, он уже посветлее оттенком. Когда буду загорелой, уже мне придется его убирать. Так, чтобы мне часики-то не испачкать. Красоту-то мою. Я так долго ждала, когда я их убавлю ремешок. Только убавила. Теперь ношу с удовольствием. Ну, видно, нормально. Тоже нормально. Он подсвечивает. Ложится уже как кремовая основа. И чувствуется как увлажнение. То есть вот эти вот, вот этот прям совсем матирует. А тут так вот хорошо ложатся. Сухая кожа будет радоваться. Так, спонж. Вот на него я как раз сейчас капнула тональный крем. Взяла специально новенький. Вот такими спонжами я очень люблю наносить тональную основу. Мне эти спонжи присылала еще Жануля. Выглядят они, специально взяла показать. Вот так. Я просто плохо знаю фирмы, плохо понимаю. Гладкая текстура написана. Их тут было 20 штук. Они в двух цветах, чисто белые, такие голубоватые были. Так, ну вот фирма, судя по всему, вот так. Очень они мне нравятся. Очень-очень классные они. Global, производитель Global. Больше ничего, наверное, про них не скажу. В общем, хорошие спонжи. Если вы любите спонжами наносить... Вот рекомендую, стираются прекрасно, потом уже через какое-то время они начинают портиться, выкидываешь, новый берешь, и все отлично. Дальше пудра. Пудру я повторила Color Trend. Пудры, знаете, я просто меняю, какие у меня есть в наличии, чтобы их менять. Оттенок Light, светлый. Тоже она в конце лета мне будет слишком светлая. Вот так смотрится пудра. Несмотря на то, что она достаточно в Avon недорогая, она хорошо на коже себя ведет, хорошо матирует, ложится хорошо. Ну, нравится она мне. Я ей регулярно пользуюсь. Хорошая. Дальше взяла я вот эту новинку. Сейчас я открою. Еще не пользовалась. Вот как я тогда сводч делала, попачкала. Попробую сейчас уже с
сводж сделал с двух сторон. Тут как хайлайтер и бронзер. Бронзер достаточно темненький сейчас. Вот это вот то, что является хайлайтером, а это то, что бронзером. Видите, хайлайтер хорошо подсвечивает, но бронзер главное не переборщить. Я вообще обратила внимание на этот бронзер. Он очень красиво, наверное, будет как тени ложиться с тем же хайлайтером. Очень красиво будет глаза выделять, мне так кажется. Румянам я неизменно осталась в этом месяце. Ну, обожаю я эти румяна. Это Ревлон, 20-й оттенок. Вот прямо, я не знаю, у меня дорогих румян никогда не было. Всегда простые. Это мне Юленечка подарила. Настолько они классные. Вот я либо вот эти три смешиваю, либо вот эти два. Вот, видно, они такие прямо вау. Так, это вот три. Это два. Легкие они такие, светящиеся. Они очень красиво лежат на лице. Вообще, несколько оттенков. Минимум два у Ревлона есть. Прямо вот у меня эта палетка уже затертая. Румяна нескончаемые. Я им пользуюсь практически каждый день. Ну, это даже видно, как я тут уже все истерла. Ну, вот они такие экономные. Юлюня, тебе вот прямо огромное за них спасибо. Я очень люблю румяна, но у меня их, к сожалению, не так уж и много. И вторые румяна, которые я достала, тоже являются подарком. Это от Тианде. Мне присылала их Елизавета. Они, сначала я их боялась, что темные, но потом они мне очень понравились, как они себя ведут на лице. Ими не переборщишь. Это вот сейчас палец такое темное пятнышко делает. На самом деле кисточкой прямо... Легкий оттенок загара ложится, очень хорошо подчеркивает вот сами вот эти вот яблочки на щечках, которые должны быть нарумяненные. Очень красивый румянец в Тианде. Я вот раньше думала, что такие темные румяна это только смуглянкам. Нет, очень красиво. Главное не переборщить. Я не знаю, стоит ли показывать брови. Для бровей верная моя палетка от Avon. Это вот оттенок Soft Brown, да? Так? Да. Ну ладно, не видно. У меня давно воска нет уже. Я уже без воска, потому что у меня есть вот это средство для бровей от Art Visage. Подарочек от Катюшки. Я им сначала, а потом вот этим вот цветом от Avon. Очень нравится, классно вообще. И брови такие прямо аккуратненькие. Мне единственное, в моих бровях нужно это заполнять цвет между волосками, потому что сами волоски достаточно темные. И вот просто заполняю само пространство, чтобы они были так поровнее. И все. А, вот я еще не показала корректор. Корректор... Это Max Factor. Надюшка мне присылала. Под ногтями-то у меня уже все в этих, в тональниках. Так, сейчас мы посмотрим этот корректор. Он вот такой вот. Очень люблю я его. У него есть цвет? Да, есть. Так, где? Вот. Видно? Нет, не видно. В общем, Ivory 303. Не знаю, что-то у меня сегодня камера вредничает. Очень хорошо матирует под глазками. Вот я прям даже два раза провела, и вот все уже. Все красиво, все замечательно. В этом месяце все-таки лето. Я решила взять вот такую красоту. Это от Тианде. Знаете, это как называется? Так, давай фокусируйся. А то у меня зрение плохое. Вот. Блеск для лица это называется. Этим блеском тут зеркало. Вон, видите, мой пальчик. Вот такая вот идет красивая пуховочка. Ну, как-то вот я не могу с ней подружиться. Сейчас я вам покажу, какая тут красота. Я уже показывала как-то. Вот она такая рассыпушка. Ее можно использовать как тени. Ну, только осторожно, конечно, очень. Так, сейчас мы ее вот сюда поставим. Я вам покажу. Вот такая она красавица. Видите?
Конечно, можно ей красиво оформлять, там, когда, может, праздник какой, и декольте, и все такое, чтобы блестеть и красивой быть. Можно как хайлайтер, а можно как тени. Очень красиво, прям даже, смотрите, пальчик как сияет. Очень хорошенькая штучка. Ну и дальше у нас пошли тени. Да, давайте по теням пройдемся. Потом мои любимые помады. Тени. Моя любимая палетка. Ну, одна из любимых. У меня же все любимое. Так, я уже в тональнике вся вымазалась. Куда мне его девать-то? Что это я тут вся в тональнике сижу? От Maybelline, это от Надюшки, от Надежды. Вот как и вот этот вот Max Factor. Надюшка. Все время я ее ник путаю. Вернее, даже не путаю. Я знаю, как он смотрится, но не знаю, как читается. Полнокс. Полнокс. Как-то вот. Надо у Нади спросить, чтобы она мне по-русски сказала, как ее ник звучит. Вот такая красота. Настолько красивые оттенки. Я вам сейчас несколько покажу. Я, как всегда, без тряпочки. Вот. Где их показать-то? Ну, видно, да, они нюдовые все, красивые. Вот. И дневной, и вечерний, и макияж без макияжа. Все можно сделать одной этой палеткой. Очень она красивая. Обожаю ее. Прямо. Если вдруг есть те, у кого ее еще нету, девчонки, присмотритесь. Дальше покажу новую мою любовь. Это от Мэри Кей, от Оксаночки, ко мне только-только приехала. Название вот так звучит. Сити. Видно, да? Это такая красота. Вы посмотрите. Это вообще неимоверная красота. Сейчас я попробую вам все тут насвотчить. Вот, смотрите, какое чудо. С косметикой я могу часами сидеть. Я даже никуда не тороплюсь. Всё. Если я даже куда-то торопилась, я уже никуда не тороплюсь. Вот такая красота. Влюбилась в эту палетку. Я ей начала уже в мае, конечно, пользоваться. Как только она ко мне приехала. Разве можно устоять? Так, где же мне тряпку-то взять? Ну, давайте я пока спонжем буду что ли вытирать. Как же я так собралась, что позабыла самое главное. Так, вот такие тени еще я взяла от Color Trend. У меня единственный вот этот цвет, еще хочу в коричневых оттенках взять. Так, если тут есть название. Лесная нимфа, вот по каталогу они называются лесная нимфа. Вот так они выглядят, очень красивые. Не очень яркие они, так, сейчас попробую. И между собой они похожи, видите? Вот. Вот такие вот. Сейчас я их перенесу. Вот. Вот так они смотрятся. Приятное такое свечение у них. Цветопередача хорошая, видите? Не сильно яркие они. Очень аккуратно так смотрятся на глазках. Вот такая приятная малышка. Очень хорошие тени. Нравится. Ну и Faberlic, конечно, Faberlic, вот эта палетка 5214, ой, видали, там я торчу, это я, да. Так, сейчас я буду второй раз. Вот такая вот палеточка, ну что я прямо все пытаюсь заглянуть-то. Сейчас покажу свотчи. У Faberlic вот эта палетка, конечно, бесподобная. Ну, не она, а вообще вот эта вот вся серия. Потому что и сухим, и влажным методом можно наносить на глаза. Посмотрите, какая цветоотдача. Сейчас я ее вот здесь нарисую. Вообще шикарная цветоотдача. Это только сухим я пока методом. А если влажным, то, конечно, очень красиво. Вот этот самый первый зеленый, очень, так где он, вот он, очень красивый. Обожаю эту палетку, буду с огромным удовольствием ей тоже пользоваться.
И посмотрите опять, сколько остается теней на руке. То есть вообще цветоотдача красивая. Я бы так вот сидела бы, да смотрела бы. Даже стирать жалко. Так, по теням. По теням еще давайте вот у меня три карандашика. Два от Mary Kay. Это мне от Танюшки только-только приехали. И один от Avon я купила сама. Так, от Avon. Вот в таком вот названии. А что у меня сегодня фокус-то чудит? Камера. Давай, ты у меня умничка. Вот в этом я сегодня. Так, что у меня осталось место-то? Куда рисовать-то? Давайте здесь будем рисовать. Прямо на все веко сегодня нанесла. И хожу довольная. Единственное, что под него на все веко нанесла прозрачные тени светлые. Так, от Mary Kay. Где название? Где название? Вот это? Не знаю. Ну, давайте посмотрим. Вот такой цвет. Серо-синий такой, с блестками. Красивый вот он. Видите, даже вот здесь видно, какой он серо-синий. Все вымазала. Чё ж без салфеток, а? Ну и, в общем, такой золотой. Кто занимается Mary Kay, они найдут это все. Посмотрите, какая красота. Видно, да, прямо блестит. Очень красиво. Все три красивые. Единственное, я забыла. Пришла показывать косметичку. С карандашами я забыла взять сюда баночку с кистями и карандашами. Но там карандаши с прошлого месяца все остались. Я их что-то менять не стала. Базу под тени не показала. От Pierre Rico в этот раз взяла. Люблю я эту базу. Она с тональным эффектом. Давайте я ее покажу. Вот, видите, она с тональным эффектом таким. Очень хорошо подготавливает под тени поверхность века. Тоже у него как будто бы силиконовая такая основа. Все прямо вот выравнивает. Хорошо на ней лежат тени. Замечательная основа. Вот как утром нанесла тени яркие, так они остаются до самого вечера. Что еще показать? Давайте тушь вот так покажу. Вот эти две показывать даже не буду. Они из месяца в месяц ходят. Вот эта от Oriflame синяя, она бесподобная. Единственное, что в этот раз я синих теней не взяла. Вот, поэтому единственное, вот она подходит еще вот под этот вот коричневый карандаш. Ну, серый, серый. У него тут блесточки есть и в синиту уходят, которые видно. А вот эта вот тушь, она подходит вот под этот зеленый карандаш. Вот такая она. И я там с пальцами чумазами. Это я сказала, я показывать не буду. Но это нормально. Супершок у меня открытая тушь в этом месяце. Вот такая у нее щетка. Еще не раскрасилась, какая-то жидковатая пока. Жду, когда раскрасится. Но зато у меня раскрасилась очень хорошо Секси Палаты Фраше. Вот такая красавица. От Леночки Никандровой подарок. Вот она прям совсем свежая. Видите, сколько туши. Надо ее вот так еще обтирать. Пушистая щеточка, замечательная, наносится, разносится, ну, бесподобная прям. Супер. Так, сейчас упадет, ладно, не буду я тут спецэффекты показывать. Ну что, давайте помаду покажу. Помад у меня, как всегда, много. Блески. Взяла два блеска. Вообще блески я все-таки, как моя история показала, не больно люблю. С прошлого года Faberlic. Это была лимитированная коллекция прошлого лета. Не буду никакие артикулы показывать, потому что их уже нету. Так. Вот такой вот цвет. Летний, нежный, красивый. Думаю, может, летом поношу немножко. А то уже скоро время выкидывать. Срок годности. Это не железный же, да?
Вот этот очень нравится, видно, да, видно, что он мне нравится, заканчивается. Это от Avon, мерцающий какой-то, супер мерцающий, жемчужный, кажется, цвет. Вот он очень красивый, тоже на солнце, это настолько блестит на солнце, прямо сияет. Кто знает, что я люблю все, что сияет, это мое. Так, из сияющего снова взяла помаду от Lux. Их там немного, какая-то розовая. Но на цвет она такая красно-розовая даже. Покажу, вот она тоже так вот светится. Не всем нравятся эти помады, потому что у кого-то она плешивит. У меня ложится ровно, мне нравится. Видите, и цвет красивый. Ну, для меня красивый. Летний, вот для меня это вот такой чисто летний цвет. Хорошая помада, нравится. Пользуюсь с удовольствием. Так, очень понравилось. Вы знаете, вот прям вот второй месяц она у меня даже осталась, ой, в помадах от Color Trend. Это вот та, которая только выкручивается, не закручивается. Если вы такие себе будете покупать, то имейте в виду. Даже когда совсем сухие губы, чуть-чуть бальзама, потом эта помада и все отлично лежит. Тоже кто-то писал, что плешивит. Я думаю, если губы проблемные, может быть, как-то вот не так ляжет. Отличная помада, у меня ложится хорошо, цвет приятный. Вот не смогла от нее даже отказаться. Какой цвет? Вот, вот такой цвет. Что-то там с розой. Надеюсь, видно, да? Так, следующая. Фокус. Фокус есть? Вот эта помада, тоже покажу ее по-быстрому, от Faberlic. Ее уже нет в каталогах. Присылала мне тоже Леночка Никандрова. Понравилась мне эта помада. Я ее, вот видно, да, уже там вовсю пользуюсь. Нравится мне. Сейчас покажу свотч. Она и на губах хорошо себя ведет. Как нанесла, забыла про нее часа на 2, на 3. Потом можно обновить. Ну, я тут неровно накрасила. Сама помада ложится ровно и хорошо. Вот. Небольшой у нее такой глянцевый есть эффект. Отличная помада. Очень удобно вот эта вот кисточка сделана. Я считаю, что зря Faberlic такие вещи убирает. На ее смену можно вернуть еще что-то. Мы же будем покупать. Ой, простите. Крыльями машу уже. Все, крылья у меня по все стороны летают. Оставила две вот эти помады с прошлого месяца от Faberlic. Это их новинки, где артикулы. 41.095, 41.097. Вот это 95. Так, по-быстрому тоже покажу. Хорошая, вот она. Не часто пользуюсь, но она достаточно яркая. И летом повоображать можно. Так, а это у меня уже... Можно выкручивать даже. Это посветлее вот так вот она смотрится. Ну, очень яркий. Для меня это очень яркий. Я редко яркими пользуюсь. Но бывает, что вот все-таки нарисуюсь и пойду вся такая красивая. Взяла вот такую светлую помаду. Не знаю, есть ли она сейчас в каталоге. Это серия Ультра. Нет, давай фокусируйся, я потому что не прочитаю. Фокусируйся, не подводи меня. Вот как она называется. Видно, да? Наверное, типа персика, что ли. Вот такой цвет приятный. Вот он. Нежный, приятный такой, спокойный цвет. Дальше. Ой, вы знаете, вот эту помаду я покупала в фикс-прайсе. И она мне понравилась. Немножко подсушивает. Есть такое дело. Тон 16. Вот такая вот она. Не знаю, а-ля 80-е, наверное. Сейчас кто-нибудь скажет. Ну, то Света нашла, что показывать. Вот такая она. В ней, вот знаете, тут вот на, в самом стике как будто там блесточки, как будто перламутр. А вот на сводчатой я не вижу никаких блесточек и перламутров. Ну вот правда, а-ля 80-е. Вот. Ну,
Понравилось мне, понравилось, пусть будет. Это SPF 20, новинка этого года, лимитированная версия, Faberlic 42023. Вот такая она светлая, красивая. Где рисовать-то? Я уже все изрисовала. Не забыть бы ее в следующий раз все-таки брать с собой. Вот она. Салфетки. Ну что я тут без салфеток сижу, рисую? Я уж скоро буду на щеках рисовать. Руки кончились. Или на ногах. Вот, вот такая вот. Что у меня еще? А, вот у меня еще. Еще одна. А, нет, две. Новинка от Mary Kay. Это мне от Оксаночки только приехала. Вот она так вот нажимается, выпрыгивает, но не выпадает. Видите, надо ее дальше усилия прилагать. Вот такая вот. Девчонки говорят, тренд этого сезона. Вот она тоже, видите, как будто коричневая. Вот похожа вот на эту, кажется. Так, видно. Давайте я их вместе нанесу и посмотрим. Все-таки, мне кажется, разные они. Хотя что-то общее в них есть. Вот это вот более глянцевая и ложится она уже более блестящая. Да? А красивые обе. Вот это поярче, а это понежнее. Вот. Эту красавицу тоже я оставила в этом месяце. Пусть меня радует. Ну и вот не отказалась в этом месяце также от Avon. Не знаю, буду я ей пользоваться или нет, но вот рука моя не убрала ее. Так, фокус-то где? Давай показывай название. Без фокуса я тут не справлюсь. Если кто-то увидел. Это помада Леди лимитированная. Она такая светленькая. Так, места. Вот, давайте здесь. Нет, тут не рисуют уже. Давайте вот здесь нарисуем. Так, вот я его где нарисовала. Светлая она такая прямо. Немножко светится. Вот такая помада. Ну и совсем последнее, что я взяла в этом месяце попользоваться. Это два такие пробника от Mary Kay. Это от Татьяны, мне тоже приезжали из Тюмени. Вот видите, они какие. Я вам сейчас один покажу, второй еще у меня закрыт. А вот этим я уже пользуюсь. Я даже каталог принесла, чтобы вам показать, что это за помады. Вот они. Они на самом деле вот в таком стике идут. Вот как этот. Пулька такая железная. Вот они, да. У них цена такая хорошая, 870. Ну, понятно, представителям там скидка. Там у представителей скидка 35% или 40%. Вот. Но в любом случае это дорогая достаточно помада. И мои пробники это вот первая и вторая. Вот, видите, они какие. Вот первая и вторая. Сейчас я вам покажу пробник. Пинк. Вот этот вот крем, первая. Вот смотрите, как похоже, да? Очень похоже. Но я вам на другой руке уже нарисую, потому что над той рукой я уже поиздевалась полностью. Вот здесь давайте. Ой, какой красивый, посмотрите. Вот этот пинг. Это просто чудо. Я ей сейчас пользуюсь. Мне даже жалко, что она заканчивается. Вот ее осталось у меня тут, этого пробника, вот столько. Вот. Такая красота. Второй я не знаю, сейчас не смогу открыть. Или смогу. Нет, наверное, я сейчас не смогу. Думала, покажу и второй. Но я же как подготовилась-то. Ну ладно, в общем, она ярче. Видно, если вот так вот их сравнить. Вот это более нежное, это поярче. Вот мне вот это вот нежное, ну да чего же она нравится. Как она красиво смотрится. Вот она, которая на мне. Ну похоже, прям каталог очень соответствует. Я думаю, вот это вот, если ее экзотика, манго, да? Есть тут она? Экзотика-то это. А вот здесь я ее что-то не вижу. Экзотику-то. А есть вот она. Вот. Это экзотика манго, это вот, которая у меня вот здесь вот. Вот здесь.
Вот она, экзотическая манго. Вот, видите, у меня сразу три помады от Mary Kay. Так что буду я и пробниками пользоваться. Чем не помада? Конечно, помада. Главное ее закрывать, так в открытом виде не держать. Вот такая у меня косметика. Видите, все изрисовала, что могла. Сейчас пойду мицелляркой отмываться. Весь спонж уделала, можно уже стирать. Ну, счастью нет предела. В общем, скажите, девчонки, надо парфюмы вот эти вот или нет снимать. Я пока не буду их убирать. Посмотрю на первые комментарии. И если надо, то сниму. А так, в принципе, их все видно, которые я хочу использовать этим летом. Все, косметичка моя на месяц собрана. Буду теперь ей пользоваться. Вот так вот, наверное, лучше ее видно. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто был со мной. Всем пока!